Пошла съемка. Лагерь Санкт-Петербург. Благодаря газетам и фильмам известен во всем мире, что можно придумать шикарнее и круче, и мини-строение все шире и шире. Внешне он беден, убог и неказист, обгрызан мышами, прошарпан дождями. Отчего же боится его коммунист? Сравните дворцы с нашими шалашами. Выходите, девчонки! Лагерь Санкт-Петербург, на навозной куче, что может быть круче? Йоу! Лагерь Санкт-Петербург, на навозной куче.